Саша Soul Station. Вчера съездила вот за этим всем добром, и не поверите, за эти все бананы, за все эти бананы я заплатила $7. Я просто не могу говорить, потому что они были на распродаже. Видимо, у них ротация должна происходить быстро, и поступил новый завоз, и не распродали все. И поэтому то, что за паунд они продают, обычно стоит доллар, доллар за паунд эти бананы. А они были в упаковках вот в этих, по 5-6 паундов за 99 центов, те же самые, которые я потратила за один только паунд. То есть все вот это вот было $7, все вот эти бананы. А если бы я платила обычную цену за них, за паунд, то это было бы минимум $25-30, если не больше. Да, 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 ой, нет, точно, $30-35, если еще не больше. Хурма, это замечательнейшая хурма, обалденная. Как яблоко, вот кажется, такая твердая, а кусаешь ее, а там все сочно, мягко и очень вкусно. Конечно же, не устояла. Такой довольно темненький. Все остальные были светлые. Jackfruit. Вот. Наверное, сегодня разделаю. Такой аромат на всю кухню, только из-за него. Дыня. Honey Kiss, по-моему, называется. Что? Honey Kiss. Хурма, это, видимо, королек называется у нас этот сорт, или, наверное, или что-то подобное. $19 за 18 штук, то есть практически доллар за эту огромную, которая в 2-3 раза больше, чем вот эти, получается. Поэтому, как бы по весу та же самая цена выходит. Вот такие вот маленькие, вот эти, вот эта форма, а вот эта такая огромнейшая. Авокадо чуть-чуть, всего 4 штучки пока взяла, бананы, ну и пока что все. Вот после вчерашнего, как я отожралась в китайском буфете нашем, море суши съела, наконец-то отвела душу. Суп поела любимый. Как я люблю этот суп, боже мой. Ну, я просто взяла бульон. Бульон. Карри и кокос. И брокколи. Ну, конечно, все это с глютаматом. Натрия сдобрена. И не знаю я. Вот так вот не хочется. Хочется фруктов, на самом деле, которые я затарилась. Которыми затарилась. Хурму хочется, апельсинов хочется, которые, кстати, сейчас сезон начинается. Надо пойти купить еще апельсинов. Но и вместе с тем, именно вот этот ментальный, вот физически реально, я вот отметаю все мысли, и на самом деле хочется просто свежести, сочности фруктов. Даже салата никакого не охота. Вот эта менталитетная, я не знаю, психологическая зависимость. Очень, я уже прям вся уже в мыслях, где пойти достать какие печеньки, что там на распродаже у нас, какие тортики. Не знаю, я думаю сдаться и отвести душу, на самом деле, вот эту неделю до Дня Благодарения. Как раз в любом случае День Благодарения, этот обжиралово идет. И после этого сразу на антипаразитарную чистку. И там уже без проблем от всех этих откажусь. И максимум, что я буду готовить, может быть, это там супы какие-то и рис с овощами, что-то такое. Киноа. Если буду готовить. Вот.
до конца года. Посмотрим. Вот такие вот дела. Все, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем всего самого классного, чудесного дня. И до новой встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Пока-пока.